Приветствуем всех на канале Див Кладоискатель. Сегодня у нас необычный коп. Время без 20 час, а мы только едем на коп. Вот так вот выбираем свободное время. С утра Дениска с ребенком сидел. У меня работа была. А копать-то хочется. Сегодня едем на разведку. Опять по сосновым лесам. Надеюсь, будет что показать. А вы не переключайтесь, ждите находок. Приехали на место. Уже поздненько. Сколько времени-то уже? 20 минут. Второго уже? Mm-hmm. Ну ничего, надеюсь, будет что показать. Ждите и держите на нас кулачки. Ну что, дедушка Хабар. Первым сигналом 9-10. Что ты нам сегодня дашь? Дробь или чешую? О, сразу зацепили. Интересно. Песочек. Сохран. Должен быть бомба. Ага, хрен. Дробь. Ну ладно. А у нас первая находка. Денис отличился сегодня. Сегодня не мой день. О, какая крупная чешуя-то. Охренеть. Садник почти целиком. Такие редкие. У меня такая одна тур из 20 с лишним. Отлично. Двигаемся дальше. Молодца. И звучало 8-9. С глубины с такой поднял. Ух ты. Ух ты, ух ты. Полушка. Ну да. Полушечка, вырпашечка. Звенело вообще, да? Звенело вообще как чешуя. 8-9. Еле-еле ее нашел. И нашел, кстати, пином. Я думаю, что у меня не хватает. Сигнал был плюсовой. Смотрите, какой амбарный ключик, обломок от ключика. Звонил за счет того, что круглый. Плюсом. Да, ну ничего, первая находка здесь. Переехали на другое место. Ну, наконец-то, походу. Чистый сигнал 13-12 по кругу. Ну, первый онлайн попробуем выкопать. Что-то мне прям кажется, что это чешуя. Неужели? Если чешуя, то первый сегодня. Денис, правда, поднял. Ну, что-то сегодня без чешуи пока. Мне кажется, это чешуя. Уж больно сигнальчик. Ну и где? Интересно. Промахнулся, что ли? Аккуратненько, чтобы она не упала вниз, тогда вообще хрен найдешь ее. Ага. Есть что-то? Неужели у нас в онлайн получится? Ну где ты? Что-то есть? Да блин.
Железяка какая-то. Да что ж такое? А, наперсток, это не железяка. Ну, тоже хорошая находка. Отлично. Че, нашел че? О, и я тоже нашел. Думал, чешуя, наперсток. Ну, поломанный, зараза. Чего нашел? Чешуйку, что ли? Чешуйку, да. Отлично. Нифига себе, ты сегодня меня сделал по чешуе. Дениска у нас вторую чешую поднял, а я еще ни хрена. Но зато у нас ВРПшка. А теперь еще и вот такой, но не целый, к сожалению. Двигаемся дальше. Ну, блин, нет никакой надежды, что это что-то путное. Но все равно надо выкопать такой четкий сигнал. Все, может проволока быть. Алюминиевая или смятая пробка. Ну, монета уже в последнюю очередь. А кто знает, может копейка. Тыкс. Ну, заветный комочек. Раз. Проволока, да? Ну, конечно. Собака. Дениска у нас отличился. Копиндос нашел, похоже. О, какая красота. Гнутый. Копиндос неожиданно вывалился. Алюминиевая бронза. Сахаран просто обалденный. Двигаемся дальше. Только отошли. Ямка еще. Это кто что тут рассеял-то? Это 2 копейки. По-моему, да? Наверное. Да. А не 10? По-моему, 10 рамочник. Петры и Хиракс. Неожиданно Свет. Еще один монитос. 10 копеек. Оказалось, это рамочник. 1940 год. По-моему, тоже это самое горелое. Здесь часто попадаются горелые монеты. Такое бывает непонятно. Раз, два, три, четыре, пять. Все вокруг в ямках. И у нас сигналище такое. Как его можно было пропустить, непонятно. Ну, не предвещает ничего путного. Интересно даже, что это такое. Картечь-то. Картечка. Что же еще может быть? Ну что, на сегодня сколько мы часов? 4 погуляли, да? Так себе, скажем, не до большого, но Урэйкс сегодня отличился. Копейка, 10 копеек, 2 чешуйки и обломок крестика. Кренок сегодня облажался. Ну как облажался? ВРПшка тоже зачетная монеточка и наперсточек. На этом все. Всем спасибо за внимание. Ставим лайки, подписываемся на канал, делимся видео. До свидания. До новых встреч в эфире.